Это уникальный объект недвижимости для тех, кто хочет бомжевать с самым изысканным видом на окрестности Мещерского парка, реку Ситун, дом инвалидов и престарелых. Вы насладитесь панорамным видом на 360 градусов, если сумеете забраться на башню, конечно. Окна с остаточным остеклением не спасут вас от зимних пронизывающих ветров, но помогут насладиться свежим лесным воздухом. Данный объект подходит под бомжевание любой семьи. Наличие окон, как на среднем уровне, так и на верхнем уровне, отлично способствует зонированию интерьера, облегчит вашей заботе о дизайне выбранного помещения. К сожалению, нам не удастся показать вам изысканные интерьеры данного дворцового комплекса, так как это закрытый элитный объект. Однако, просто поверьте, архитектурный стиль, который мы можем наблюдать в экстерьере, вносит ощущение света и простора в интерьер, акцентирует внимание на форме и фактуре находящихся там деталей и предметов дизайна. Это явно историческое здание. Источает кислый запах истории, которую мы, конечно же, поленились искать в интернете. Простота и четкость форм, устремленные в небеса конструкции, обеспечат вам непередаваемые ощущения. А забор, за которым находится данное здание, добавит вам ощущение экстрима. Всего в 5 минутах элитной ходьбы находится VIP-станция пригородных электричек Переделкино. Поэтому прямо сейчас, пока действует спецпредложение, не оставляйте никаких заявок на покупку, чтобы не получить 3 комплекта ржавых ножей в подарок. Ими будет очень удобно обороняться. Вас никто не ждет. И спасибо за внимание.